Всем привет, друзья! Приехал я в село. С ума мандаринки сходят. Вы чего веситесь? Вроде бы еще не несется. Вот и шуганутая птичка. Водичка есть, у них все нормально. Вы чего? Что на вас нашло? Так, здесь, ребят, кто помнит, говорил, отдал самцу самку. Сидела, ну, я ее не вижу. Значит, еще не несется. Ну, скоро должны фазаны начать нестись. Апрель месяц. Я думаю, скоро. Немножко поразделял фазану и освободил вольеры. Сейчас дойду, покажу, для чего освободил. Пойдемте дальше. А румынка уже несется. Видите, вон яичко появилось. Ну, девать его некуда. Захочет сесть, забирать даже не буду, ребят. Инкубировать я сейчас не буду. Захочет сесть, пускай садится. Может, нанесет, сама сядет тогда. Будут фазанят, а так не буду. Нет у меня сейчас времени. И возможности тоже сильно нету заниматься инкубацией. Так что как будет, так и будет. Одно яичко и немного мимо гнезда. Скажет. И здесь, ребят, тоже смотрю, пока не несутся. Видно, самец топчет самок, потому что он чубы повыскубанные. Вот мандаринки бесятся. Но еще не несутся. Не успела сделать весеннюю уборку. Ну ничего страшного. У них, в принципе, более-менее чисто. У меня уже не те объемы, какие были раньше. Так что для такого количества здесь более-менее еще порядок. Идемте дальше. Здесь, ребят, самка королевского фазана. Сама и кинул ей две голубки белые чернохвостые. Одна, скорее всего, уже сидит на яйцах. Ребят, я не знаю, где мне взять им самца. Это какой-то кошмар. Знаю, что нужен самец, но где взять, не знаю. Поищу, попробую поискать. Может, найду тогда. Как-то да укомплектуем. Давно они уже без самца. Так, здесь серебро. И голуби архангельские с ними. Вон даже голубенок есть. Видите? Еще мелкий, не перелиненный. Фазаны, видите, голуби не обижают, так что все нормально. Уживаются очень даже хорошо. Что королевская самка, что эти.
Дальше здесь тоже пара охотничьих. А здесь у меня когда-то была сова. Здесь поубирали и немножко сместили фазанов. Теперь здесь живет пара охотничьих. Я думаю, в следующий раз, когда уже приеду, будет уже обильно нестись. Но сейчас вообще сломан. Я не понял, это, а не следующая пара. Мне в том году много яйца расклевало. Видите, у самки чубчики. Сказать, значит, кроет самец. Держит за голову. Немного он на голове выскубывает. Так, вот, ребят, зачем я освободил вольер. Ой, дальше сделать. Это моя кукуруза. Убрали полностью всю мою кукурузу. Лучше надо заниматься огородными делами. Сколько еще у меня кукурузы. Она, можно сказать, сухая. Ну, лусить у меня сейчас времени нету. Вот так пока в мешках и будет. По необходимости будем брать кроликом. Ну, или если надо будет полусить, полусим. Так, ребята, и вот пара, последний, точнее предпоследний вольер, где фокус. Это та пара, которая расклевывала яйца в том году негодяем. Такие дела, и все, ребят, и последний вольер, где жили у меня, то есть надо просто поубирать, жили у меня, я уже забыл, алмазные фазаны, самец пропал, и, ну и самка пропала, здесь потом остались две голубки, я их кинул королевской, здесь поубираем, и тут же освободится вольер, возможно, или утята выведутся, или еще что-то кому-то, в общем, у меня есть свободный вольер. Ну вот так, друзья, такие дела. Так все, всем спасибо за внимание, всем удачки и всем пока.